все провалилось к чертям. Нежелательное последствие. Когда мир оказался на пороге анархии, все органы охраны и правопорядка на Земле объединились и создали агентство. Но этого недостаточно. Нашу столицу Пасифик-Сити держат три враждующие группировки. Последний оплот агентства находится в защищенном здании, известном как Твердыня. Доступ туда ограничен, а наши небольшие силы миротворцев с трудом удерживают оборону. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Агентство пользуется разработками печально известного доктора Балтазара Черненко. Его сомнительная программа изменения человека теперь используется для создания новых солдат агентства, новых агентов правопорядка, способных к развитию и регенерации. Первый прототип агентства уже скоро будет готов и выйдет на патрулирование городских улиц. Это война с преступностью. Добро пожаловать в агентство. Через меня будут идти все ваши контакты. Я буду чем-то вроде вашего друга. Я буду направлять и сообщать вам о новейших данных разведки агентства, чтобы помочь вам избавить Pacific City от трех группировок. Ваше основное задание – убрать главарей каждой банды. Харизматичного лидера Дона Доминго Эльбраса Гарсия, деспотичного лидера Владимира Волка Галяка и таинственного Ванга из Шейген. Разведка агентства полагает, что выследив и уничтожив помощников, вы ослабите защиту каждого главаря. Пришло время выйти на поле битвы, агент. В подвале Твердыни вас ожидают несколько революционных автомобилей, созданных специально агентством. Вот ты и на месте. Гараж агентства. Встань на пурпурный датчик авторизации, чтобы получить доступ. Затем выбери машину агентства. Используй туннели за дверьми, чтобы проехать в городской район. Район, находящийся за этими дверями, контролируется Лос Муэртос. Данное агентство уже закачивается прямо в твою личную сеть. Лос Муэртос мертвецы очень быстро выросли из мелкой банды центральноамериканских наркодилеров в мощную организацию наркоторговцев, которая доминирует на двух островах побережья Пасифик-Сити, в районе, известном как Ла-Мугре – грязь. Смертельное название банды должно было наводить страх на всех, кто каким-либо образом мог встать у них на пути. Теперь имя больше ассоциируется с последствиями их незаконного бизнеса. Лос Муэртос – неплохие бойцы, обладающие прямолинейной силой и брутальностью. Также известны как специалисты по машинам. Крадут и перевозят лучшие легковушки и грузовики, которые потом используют в своих делах и погонях. Помните о том, что южный остров Ла-Мугре полон крыш домов, которые являются лучшим путем отступления выносливых и сильных агентов. Для того, чтобы восстановить запас оружия... Мы высадили миротворцев, чтобы отбить захваченные точки снабжения, но все безуспешно. За точку снабжения. Пришло время показать миротворцам, как это делается. Оранжевый луч света, видимый на твоем экране, отображает вход в точку снабжения. Yeah.
Отлично, ты освободил точку снабжения. Теперь... Программа экрана обновлена. Точки снабжения агентства, которое ты захватил, показаны оранжевыми метками. Точки снабжения, находящиеся в руках врага, мигают оранжевым и белым. Теперь давай покажем этим выродкам, кто здесь босс. Миротворцы получили эти данные. Они закачиваются в твою личную сеть. Сейчас. Хуан Эль Нумеро Мартинес является глазами и ушами Лос Муэртес. И благодаря своим стукачам знает все и обо всем, что происходит на улицах, соседая в самом сердце многоуровневого жилого комплекса на холмах южного острова Ла-Мугре. Этот властный и злобный преступник также держит в своих руках финансы Лос-Муэртес. В случае угрозы Мартинес тратит доходы банды только на самое лучшее. Нанимает лучших убийц, которых только можно купить. Твоя программа KID обновлена. Отличительная метка теперь покажет путь к этому ключевому бандиту. Эти телохранители преступного босса хорошо обучены и вооружены. Твое тело уязвимо для...
Смерть — это еще не конец. Продвинутая тех... Старайся не убивать их. Новые данные, агент. После смерти Мартинеза финансовые и информационные потоки Лос-Муэртес нарушены. Осведомители низкого пошива не дают нужную информацию, чтобы заткнуть возникшую пробоину. И Лос-Муэртес становятся уязвимыми. Отличная работа. Теперь исследуй город и выследи остальных лидеров банды. Нейтрализуй их любым способом.
Я дам тебе знать, если миротворцам удастся получить новые данные, но не очень на это рассчитывай. Ты лично должен обыскать город и найти ключевых членов банды. Если ты находишься в районе, которым управляет лидер группировки, все доступные данные агентства будут автоматически закачаны в твою личную сеть, и метка, обозначающая его, будет помещена на твой экран. Ищи оранжевый луч света. Он виден только на твоем экране и обозначает ближайшую точку снабжения агентства, которую стоит захватить.